Итак, всем привет, с вами Игорь Геоморф. Мы продолжаем проходить Final Fantasy. В прошлой серии мы таки победили Эспера, который был у нас в гробнице. Прокачали Вана до 28 уровня. И, собственно, увидели то, что Империя летела с Бурамизаж. Вот. И со стороны Бурамизаж появился дым. Сейчас мы должны выяснить, что все-таки случилось. Так, сейчас Балфера мы снимем дауншард. Потому что, как видите, МП у него тогда нету. Так. Что ж мы можем использовать? Так, ладно, давайте это наденем. Не будем особо заморачиваться. Так, все. Итак, идем через Парамину Рифт. Я не буду телепортироваться, потому что, ну так, неинтересно. Как видите, тут уже довольно-таки видно с такого расстояния, что идет дым с той стороны. И, конечно, я за счет того, что я проходил игру, не хочу там портить как-то игру с своими рассказами, а что именно случилось. Сейчас мы с вами увидим. Вот. Ходят тут. Ага, дальше у нас. Так, будет он нас трогать или нет? О, 4 хита, хорошо врезал. Надавал просто. По щам. Так, идем отсюда. Подальше от греха. Подальше от металла. Так. Что, он идет за нами? Нет, не хочет. Ну ладно. Сам себе хозяин. Все восстанавливает Балфера. Так, смотрим. Туда можно выйти, так, по прямой, идем. Так, хорошо, все, я понял. Стоп, идем уже сюда, да? Да. Блин. Путаюсь по местности вообще. Кто-то критикал врезал. Даже стрельнул, потому что у Фран в основном были критические удары. Вот, так. Идем высоко по горам. Так, с птичками мы не вступаем в бой, потому что у нас стреляет только Фран. Можно, конечно, ой, ё-моё, можно было, конечно, магию на них юзнуть. Ну, я бы тогда все вытратил на них, всю магию и время потерял. Всего за них вроде там дают XP там 700 где-то так, ну мало в общем, да. Хотя тут кристалл есть, ладно, не будем тратить время. Потому что мне лучше сражаться наземными животными. Так, тут говорят о Бурамизаж. Это... так Рефудже, а он говорит, что за такой аришип, переводится как этот воздушный самолет летел с Бурамизаж. Они в недоумении, честно говоря. Вот. Даже не знаю, что случилось.
Так. Тут есть жабы, блин, но... мешает нам этот элементал. Элемент. Ох, ранг 29. А какой нежданчик, я думал, они еще долго качаться будут. Так, наверх, да? Наверх. Противоположную сторону. Так, вот не деремся, там этот элемент, блин, как он надоел. Вот после 40 уровня все уже мы будем его по полной программе разваливать. Ой. Ловушка. В принципе, там особо хп не отнял. Ого. Ну и волки уже послабее будут. Точнее, мы посильнее. А, монстр тут слабее не становится. Просто мы совсем не становимся, да. Мало того, что там бывает по одному монстру, по два, мы всегда втроем бегаем. Таким образом, конечно, качаемся. Можно, конечно, бегать там по одному, да. Но это вообще нужно юзать магию все время, магию лечения. И будет сложно, в общем-то, так качаться. Так, вот мы уже прибыли в Бур-Амезас. Так. Вообще-то он называется, я говорю, Бур-Амезас. Он называется Бур-Амезас. Бур-Амезас, точно, вот. Так, давайте спросим, что случилось. Да, это все-таки были корабли Аркадии, которые летели, которых мы видели, да. Тут были солдаты. Ну и, собственно, понесли ущерб этому городу. Такой, он, Купа говорит, что... В общем, воздушный корабль, он улетел. Давайте пройдемте дальше. Блин, я... Видите, вот... Разруха. Я где-то говорил, я в прошлом летсплее говорил, конечно, извиняюсь, то, что нам сказали, типа, этот вождь Джахары сказал, что нужно, мы должны туда вернуться. Нет, мы возвращаемся в Бур-Амезас. Просто я про него забыл. Вот. Так, 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 так. Империйские солдаты тут все расчистили. Семья девушки. Семья девушки что-то убита. Ну, не убита, но что-то по поводу семьи. У некоторых даже тут есть ранения. Наш дом, наш дом. Говорят тут, что, ну, Килтиаса не могли остановить солдат Империи. А Килтиаса, да, тут есть такие солдаты в таких синих. Ну, не солдаты, охранники такие. В синих таких робах стоят тут.
Вот, и они не могли их остановить. Вот один из них. Нам говорят, говорят, что леди Эш должна покинуть это место быстро. Куда-то это, видимо, ну, как бы подразумевается биться, бежать. Так. Довольно мало таких солдат у нас находится в Буранизасе. То есть, вообще, ну, тут защитить некому было. Многие товарищи умерли. Рейлэдж. Это Фиера. Так, ничего особенного она не может сказать. Давайте все-таки посмотрим, что стало с самым главным. Swift as your lust for revenge led you to the Sword of Kings. You will surrender it to me. Too late and to their sorrow do those who misplace their trust in gods learn their fate. There it is again. Fran, I don't like the look of that. This mist. He holds a stone. It controls him as it did Mjern. No, the power of manufactured nethersite is the power of man. A weapon forged by his wisdom who would challenge the gods themselves. A fitting blade for a true dynast king. Wraithwall did but pretend the title. A cur begging nethersite scraps from his master's table. Hark! Ivalice hails her true dynast king, Vayne Solidor. He shall defy the will of the gods and see the reins of history back in the hands of man. His time is nigh! The new Ivalice holds no place for the name Dalmasker. The stain of Wraithwall's blood shall be washed clean from history's weave. Цирк уехал, а клоун остался, так? А сзади у нас тоже солдаты Империя. Джадж. Это не простые солдаты, а более такие подготовленные. Ну и Джадж, которого зовут Берган. Вот так. Давайте у него что-нибудь стыкзим. Так, стоп, мы будем атаковать стыкзим. Давайте стыкзим, что-нибудь украдем. А что, нельзя убить, гляньте? Блин, почему-то нельзя. Ну давайте каким способом убьем. Не будем особо напрягаться. Потому что могут убить.
sleep. Так, хорошо, идем на семерку. Ребята, накрыла вас. Так, меня атакует. Бабах, а я блок. Блин, да что ж такое, ничего не ворует, а? Гаденыш. Ладно, что-то получится у нас выиграть. Так интереснее. Что? Наказано очень застелно. Нечего, нечего украсть. Ну, давайте еще раз. Последняя попытка, попытка, не пытка. Убить мы то и так убьем. Нет, украсть. Нет, ничего. Так, сейчас кому-то хана будет. Да. Так, хорошо, Болфера выбираем. Кого тут можно? Аж, леди Аж. Успеет ли она нас остановить? Думаю, все-таки смогет. Нет? Хорошо. Ну, наши два друга нас покидают. Давай, давай, беги, беги. Так, может, в башню может получится еще сделать. Да, а я бегу сюда. Батл край, чуть-чуть. Мисс что-то на себя хотел наложить. Это эффект. В общем, мне что-то ничего не, у нас не удается. А, видите, теперь он... У него более защита такая хорошая стала. Это означает то, что его нужно валить, короче. Нет. Ну ты поплатишься за то, что ты убил. Сейчас мы тебя приедим. Сейчас убьемся. Вот надо было перед битвой с боссом use protect. Тогда мы бы выжили. Так, Ван Хана, да? Или нет? Или да, или нет? Или, или не успеет, да? Мы не успели. Хорошо. Блин, что-то он как-то всех просто развалил. Просто зверь. И зверь. Так, сейчас восстанавливаем аж, восстанавливаем. И по новой юзаем то, что нужно юзать.
гад, а такой сложно попался, да, босс? Ну, такие... Хорош. Да. Надо где-то 7 хитов, и все, ему хана. Ему не жить. Офигеть. 7 хитов, окей. Именно 7. О! 7 это было бы много. Ну так дохляк. Видите, у него мист вселился, но... Был одержим. He set his very bones about with manufactured netherside. The Grand Kiltius? Wait, what about Larsa? Gone, spirited away by Judge Gabranth. You okay? So he was here. Ah, as for our young lordling, he went along. To avoid trouble, you see, but Judge Bergen had other ideas. He flew into a rage, and I was left to fend for myself. Please, Princess, you must permit me to take you back with me to Rosaria. So that you can protect me? I would lay down my life, at a single word to be sure, but I harbor no maundering delusions of valiant grandeur. Vain has our war pavilion jumping at shadows. They favor a preemptive strike, but you will convince them otherwise. You will see that they do not start this war. This I cannot do. Forgive me, but my errand here is not yet done. I must wield the Sword of Kings, and with it bring an end to the Dusk Shard. This stone, do you even know what it is? I can venture a guess. The Draclaw Laboratory in Arcades. The Empire's weapons research begins and ends there. How soon do we leave? At once. As for matters in Rosaria, I bid you luck. So you would leave each to fend for his own. Let us hope that you are not disappointed. Ah, that's right. Larsa left a message. The differences between our two lands will fade before the shared dream of men. My leave, I take. How do you propose we reach Arcades? Arcadia's borders will be well guarded for fear of Rosarian invasion. We dare not approach by air. And their navy will see that the coast is watched as well. No, we go afoot. We'll cross into Arcadia in the Salica Wood. We can reach the wood any number of ways, but the easiest is to head north from Nalbana. There is a hunter's camp just beyond the Salica Wood. The camp sits within Arcadia's borders, so Imperial patrols there should be sparse. Getting that far should be half the fun. Let's be sure we go prepared.